Спустя 20 лет Маргарита Афанасенко вновь оказалась за школьной партой. Сегодня ей предстоит написать пробный ЕГЭ по истории. Тут все как на настоящем экзамене. Бланки с заданиями, видеокамеры и строгий контроль. Но подумать времени немного, всего 30 минут. Женщина уверена, родителям важно примерить на себя роль выпускника, пережить те же чувства и эмоции. Это отличный способ не только освежить знания, но и поддержать своего ребенка. И мы волнуемся, и ребенок волнуется, и нам хочется вот попробовать пройти это, чтобы настроиться на позитивную сдачу, успешную. Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошла в рамках общерегионального собрания педагогов и родителей выпускников этого года. Модерировал встречу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На собрании также присутствовала глава города Елена Лапушкина. Глава региона отметил, что президент России Владимир Путин уделяет повышенное внимание сфере образования. Конечно, мы искренне признательны лидеру страны за такое внимание к Самарской области. Да, мы... Конечно, на месте не стоим, мы активно развиваемся, мы стараемся на опережение готовить и идеи, и проекты, и получаем поддержку президента страны в реализации наших планов. По итогам прошлого года Самарская область по каждому предмету ЕГЭ показала результат значительно выше средних показателей по стране. Наметилась и определенная тенденция. Среди всех предметов большинство выпускников отдает свое предпочтение естественным наукам и информатике. То наш регион занял первое место среди 89 субъектов Российской Федерации по соответствию региональной системы профессионального образования потребностям региона. Это значит то, что мы обучаем в СУЗах и вузах тех будущих профессионалов, которые обязательно найдут свое место, трудоустроятся в системе экономики региона. По итогам 2023 года Самарская область вошла в пятерку лучших региональных систем образования в стране. Дмитрий Азаров подчеркнул, что это заслуга педагогов, результат их труда, любви и преданности детям. Глава региона принял решение поощрять преподавателей за достижения по итогам года. Премия рассчитана в размере 10 тысяч рублей педагогическим и административным работникам, а также 5 тысяч рублей обслуживающему персоналу. Ксения Баканова, Константин Головин. События.